Эх, как тяжело. О, ребята, вы тут? Всем привет. С вами я, Фарид. Сейчас я играю в карту, там, где, ну, здесь нужно силы получать. И вот я уже без вас поиграл. У меня вот тут уже, вот, как видите, 59 тысяч. И сейчас я тоже тренируюсь. Смотрите. Смотрите, 60 тысяч пришло теперь. Как вы поняли, это видео будет, как я играю, ну, в этот плейс. Мы даже можем, ну, не знаю, заходить в другие плейсы. Ребята, кстати, сегодня, наверное, может быть стримчик. Сегодня могу стримчик сделать. О, кстати, ко мне подписчик зашел. Давайте напишем подписчику. Привет. Подписчик, ты видео. Привет, подписчик, ты видео. Все, я ему написал. Давайте телепортируемся к нему, чтобы он понял. Где он? Он где-то на этой карте. Потому что здесь он стартер. Я уже на другую карту пошел. Так, где он? Где он? Привет, подписчик, ты видео. Он ничего не написал. Подождите, его нету. Где он? Он тоже на другой карте или что? Нет. Ну ладно, погнали тогда в первую школу. Найдем его, что ли. Но его нету здесь. Куда он мог подеваться? Он вообще на сервере? Да, он на сервере. А, так вот он. Ты в видео. Так, ты в видео. Он написал, что... Ну, типа он радуется. Ура, 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 ура. Ладно, ладно, все, давайте, ребята. Я, короче, этот телепортируюсь на другую, ну, на другую локацию. Написал хорош. Я Я надеюсь, я без ошибок пишу. Я телепортируюсь на другую локацию, но вроде... Го вместе играть. Ок, все, давай, я пошел. Все, я все забрал, мои подарки. А, так ты тоже можешь. Давайте, ребята, будем тренироваться, бегать с этим холодильником. Ну, типа, вы поняли, я должен тащить. Потом... Мы идем в ту драку, видите? Вон ту. Я сейчас побольше потренируюсь и пойду туда. Вкручу, когда уже будет у меня много сил. Итак, ребята, пока я здесь бегал, я вспомнил то, что вчера я играл в эту карту, и у меня здесь было 100 тысяч. Как это возможно вообще? А теперь я просыпаюсь, захожу в Roblox, вижу то, что у меня... Вот столько. Ну, это только что я заработал силы. Но у меня вчера было 100 тысяч. Как мне вообще... Как мне вообще это... Как вообще это произошло? Ладно, погнали, еще потренируюсь я. И я включу видео, давайте, когда у меня будет 90 тысяч. Ой, ребята, я забыл опять включить запись. Ну, в смысле, не опять, просто у меня, я обещал, когда, я сказал, когда у меня будет 90 тысяч сил, то я включу запись, а у меня уже почти тут 100 тысяч. Ну, давайте, ребята, соберем 100 тысяч, хотя у меня вчера было уже 100 тысяч. Мы собрали 100 тысяч, ура. Кстати, не забудьте поставить лайк и подпишитесь, если вы не подписаны. Вот за мной подписчик бегает, а как у него вообще колонка появилась? Ну, блин, ну у меня вчера же. Я помню четко то, что у меня вчера вообще 200 тысяч было. Ну, не 100 тысяч, я там ошибся, у меня 200 тысяч было вчера. Ну, как, у меня немного оставалось, чтобы вот это вот взять, вот эту гантель. 300 тысяч мне нужно сил. Ну, ё-моё, ну как так-то? Ладно, пошли, ребята, соревноваться. Ну, типа, в драку. Сейчас победю. Победим. Ну, точнее, ну, конечно, не всех. Давай, быстрее.
А чё? А, блин, я остановился. Мне не хватило сил. Серьезно? Давайте заберем подарки. Х150. О. Круто. Ну, тоже круто. Давайте возьмем яйца. А, нет. Мне нужно 5000 этих побед. Ладно, давайте я еще потренируюсь. Включу, когда у меня будет 130 тысяч. Итак, ребята, я набрал 130 тысяч, хотя уже 133 тысяч. Почему так быстро? Это, наверное, из-за того, что много сил дает. Кстати, ё-моё, что это за звуки? Ребят, вы тоже это слышите? Все время у меня дома какие-то звуки. Короче, я подписчику только что написал. О, смотрите, я написал сегодня, наверное, стрим будет недолгий. Он написал ура, ура, ура. Он написал, я зайду обязательно. Ну хорошо. Но это, наверное, если, наверное, не будет, потому что я сегодня должен на фотосессию идти. Ну хотя и можно вечерком сделать стрим. Ну ладно. Будем тренироваться, тренироваться, ну и потом зайдем в другую карту, ребята. Короче, ребят, мне сейчас только что подписчик кинул обмен, и знаете, каких петов он мне дал? Вот просто посмотрите. Сейчас я этих уберу. Так, подождите. Вот, смотрите, каких петов он мне дал. Просто я в шоке. Спасибо тебе, подписчик. Он сказал, я сказал, он мне спросил, давай, я тебе дам пэтов. Я сказал, нет, оставляй себе. Но потом мне кинул обмен, обмен, я принял. И потом смотрите, каких он пэтов мне сразу кидает. Ну, я ему и всех своих пэтов отдал, которые у меня были. Ну, конечно, они отстойные. Давайте наденем. Вот этот вот у моего брата, у Саида было. Смотрите, просто вот. Вот просто спасибо тебе огромное, подписчик. Просто видео. Спасибо огромное. Давайте напишем. Блин. Спасибо. Давайте с большой буквы. Кстати, ребят, посмотрите, сколько я уже здесь набрал. Я уже тут долго стою. Ну, где-то около 5 минут, но я знаю, что это мало. Давайте... Он написал, ну, ради блогера. Короче, давайте наберем 200 тысяч и пойдем в эту драку. Давайте еще немного соберем. Все, давайте, автофайт. Вот у меня здесь автофайт. И, ребята, идем в другую карту. Давай, 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 давай. Блин, наверное, не победил. Ну да, я так и знал. Короче, я проиграл до какого? До второй бригады. Короче, давай. Давай в другую карту. Кстати, ребят, я знаю, я даже знаю, какую. Сейчас я вам покажу. Сейчас он согласится, и мы пойдем в другую карту. Он написал окей. Ладно, включу видео, когда уже буду в карте. И вот, ребята, эта карта называется Печенье Оби. Давайте в него зайдем и поиграем. И подождем моего подписчика, чтобы он со мной проходил, чтобы было веселее. Ну вот, у нас старт. Кстати, я один раз проходила это печенье Оби, оно очень легкое. Все, давай, пошли. Я знаю, это ты. Ты не изменил iPhone. Если что, я тебя помню. Блин. Проходим, ребята, а что? Тут, конечно, я мало слов буду говорить. И буду больше всего останавливать видео, потому что здесь паркур. Ну, хотя, ребята, давайте я не буду останавливать, чтобы вам интереснее было, как я прохожу. И буду с вами разговаривать. Короче, сегодня
Как вы знаете, будет стримчик, ну, недолгий только. Или вообще его не будет, я вообще не знаю. Уже скоро, ребята, сейчас видео закончится, потому что я еще не завтракал, сейчас я пойду покушать. Так, что с моими руками? А, ну хотя понятно. Кстати, ребят, напишите в комментариях, мне изменить скин или так нормально? Просто, ну, уже надо же менять скин, не надо его оставлять одним. Хотя, знаете, ну, крутые блогеры так оставляют свой скин, не меняют его, чтобы люди знали, что это не фейк. Чтобы понимали. Ну, напишите в комментариях, мне менять скин или так оставить. Ну, конечно же, я хочу тоже сам изменить скин. Вон он, подписчик. Блин, давай, давай быстрее. Так, ну... И... Как вы видите, это очень легко. Давайте посмотрим, сколько человек на сервере есть. Ну, знаете, нормально. Пошли. Так, 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 так. Прыгаем, прыгаем. Чекпоинт. Проходим, проходим. Кстати, ребят, я очень устал уже хейтить Вику. Так что уже конец. Я не буду хейтить Вику, наверное. Ну, конечно, я все еще останусь хейтером ее. Но уже все, это уже по горло. Все, я устал. Хватит уже, она мне рил надоела. Так что я включу так, чтобы... Я включу функции, чтобы она мне не приходила. Ее видео мне не приходили в шортс. Ну, вообще видео. Так, ребят. Короче, я хочу заканчивать видео. Мне уже как-то не хочется снимать. Вообще, я люблю снимать, но сейчас уже устал. Ладно, давай, подписчик. Видео закончилось. Ну, типа... Ладно, ребята, всем пока. Всем удачи. Всем желаю, ну, сколько подписчиков вы хотите, вы всего добьетесь. Короче, наверное, придет вторая часть, наверное, придет потом или завтра. Ну ладно, давайте, пока.